Славянское содружество – это море позитива. 12 лет назад на Курской земле, благодаря творческому альянсу администрации и молодежи, родился уникальный проект «Славянское содружество». За это время «Славянка» стала брендом, известным тысячам студентов России и не только. «Славянка» – это часть жизни. Вот для меня это уже стало действительно часть жизни. В этом году лагерь объединил около 500 ребят из разных городов и стран. За неделю, проведенную на Черноморском побережье, студенты приняли участие в форумах молодых ученых и предпринимателей. Провели мастер-классы, выступили в роли экспертов и представили свои проекты. Меня часто спрашивают, что нового сегодня в Славянском содружестве. Неизменно новым остается содержание того важного каждого дела, которое прибывает вместе с проектами, презентуется. Это новые люди, это новые открытия. Каждый день был наполнен новыми событиями, свежими идеями и встречами с известными людьми. Сергей Ревин, российский космонавт-испытатель. Жизнь в космосе сейчас существует только в жизни на космической станции или на космическом корабле. Дальше, к сожалению, ее нет. Ну, надеемся на ближайшее будущее, на ближайшие десятилетия, что и Луна станет нашим еще одним домом и, возможно, Марс. Итогом работы 12-й смены стала выставка-презентация проектов «Молодежное сотрудничество», «Социальное партнерство», «Содружество государств». Участники «Славянки» подписали 347 договоров о намерениях совместной деятельности. Давняя и добрая традиция перед отъездом – бросать в море монету для того, чтобы вернуться в гостеприимное место снова. Студенты очень любят этот обычай, и они точно знают, чем дальше упадет монета, тем скорее они вернутся в «Славянку». Раз, два, три. Екатерина Худякова, Денис Федорков, телеканал «Сеем».